Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Сразу хочу поздравить вас с праздником святым, это Троица. Сегодня 7 июня 2020 года. И у меня появилась новая орхидейка. И с новой орхидейкой у меня появится новый плейлист. Так как мы с Аленочкой поменялись, я ей подарила Людеманию детку, а она мне в знак благодарности решила подарить деточку Замбии. Деточка у нее уже замечательным образом принялась и дала корешки. Я в таких быстрых попыхах ее пересадила, пока она приехала, что забыла даже показать, в чем она приехала и как она была посажена. Тут была мелкая кора. Маленький вот такой вот стаканчик, как в закрытой системе. Мы с Лёликом любим закрытую систему, что она, что я, и я решила ее перевалить в стекло, немножечко усовершенствовать субстрат. Лёлечка, привет сразу тебе и с праздником, спасибо тебе огромное за такую волшебную растюшку прикольную. На удивление оказалось, что эта растюшка тоже деткодел. Не знаю, как у меня пойдет дело с ней и дружба. Сегодня мне Надюша показывала тоже свою Замбию, но там такая тетя-лошадь уже, как будто большая мультяшка. И с первого взгляда невозможно сразу определить, что это мини. Действительно, минька очень обаятельная, зернистая. Я очень обожаю таких пятнистых, зернистых, всяких разных, нижнюлик. Фотографию я найду, обязательно поставлю. Вот такая вот у нас деточка классненькая, класснючая, я бы сказала, деточка. Тут деточка уже, оказывается, цвела. У нее тут был еще, видно, или корешочек, или что, закуклился. Но это не беда, сейчас она примет новую посадочку, и мы будем с ней потихонечку начинать уже дружить. Вот тут у нас какая-то тоже интересная волшебная пимпочка. Не знаю, детка или цветонос, что она нам готовит, какой сюрприз, еще неизвестно. Но все еще впереди. Впереди у нас месяц адаптации. Примет она мою посадку или нет, неизвестно. Вот у нас корешочек новенький, хорошенький, который пророс. Некоторые корешочки были немножечко повреждены, но это не страшно. Они даже если повреждены, могут ответвляться. И вот так вот у нас уже, кстати, один большой корешочек был углублен внутрь, так как я ее посадить в этот вазончик не получалось изначально. Поэтому пришлось второй корешочек, который дал уже тоже вот такой вот, как говорится, новый рост. В рост пошла активничать, да, и на дне я положила керамзит. Керамзит я вчера покупала, но он оказался очень крупным. Я все-таки выбрала такую среднюю фракцию керамзита и положила в промежутке серанис. Также я уголь ложила, и там два или брусочка, или три кинула кокочипсов. Ну, я их даже уже найти не могу. Вот один брусочек, вот тут где-то был второй, вот он небольшой. А вот и третий, кстати, рядышком они вместе упали. И все, на этом как бы посадочка все. Я еще в прослойке мох сделала, видите, над керамзитом положила. И будем наблюдать за дальнейшим ее развитием, как она примет посадочку. Сейчас я ее пока не поливала, я только влажный мох сверху положила. Вот, а поливать, наверное, буду либо вечером, либо уже завтра полью. Потому что на данный момент для нее стресса и так более чем достаточно. Лёль, я твою бирочку пока не убирала, не меняла, ничего не подписывала, не переписывала. То есть я буду ориентироваться по этой дате, когда ты ее отделила. Чтобы для себя была отметочка, когда она была отделена и когда она стартанула уже со взрослой жизнью. Что бы я еще хотела сказать? Лёль, спасибо, конечно, огромное. Я очень рада этому подарку. У меня еще одна деточка готовится сейчас, тоже Людемания, на отправку девочке. И еще три детки там висят. Я не знаю, что с ними делать. Уже как бы пора и отделять. Но мне кажется, что они еще малы.
буду ориентироваться. Просто хочу, пока еще нет сильной жары, уже начинает жара набирать обороты, и на этой неделе нам обещают уже 33 градуса тепла и солнечно. Может, в промежутках где-то и будут дожди, но не знаю еще, посмотрим. Сегодня у меня день полива, что-то я в Троицу разогналась, говорят, что работать нельзя, но я не считаю, что это работа, это просто любимое хобби, увлечение, да, и я не считаю это работой, то есть как бы, и растения, естественно, ждать не будут. Сейчас покажу еще, каких я буду пересаживать, и наверняка, может быть, где-то еще маленькие фрагменты покажу, в плейлист помещу эти пересадки, потому что девочки уже требуют, давненько уже требуют пересадки. Я уже освободила их от цветоносов и решила пересадить. Вот это моя баяма, она уже, это стандарт, и она уже требует пересадки. Сегодня я уже срезала цветонос, вот он. Вот такая вот у нас девочка красавица, вот такая вот пестренькая. Интересная окраска, вот, и я уже цветонос срезала, потому что она реально очень долго цветет, и она уже, как говорится, начала падать, и стволик вытянулся, и она еще тут повредилась от солнышка немножко, то есть, ну вот, две девочки у меня на пересадку, это Баяма и моя Сарочка, мультяшка, вот такая вот красавица, вот. Я тоже ей один цветонос срезала, потому что он вниз висячий был. Вот он стоит рядышком тут. Вот. Огромный. Сарочка очень щедрая оказалась, мультяшка, на цветение. Но видите, тут корни начинают уже задыхаться в закрытой системе. И надо уже ей сам объем стекла менять, то есть вазончика. Маловат он для нее, и она никак не может в массе своей набраться. В зеленой массе, поэтому вернусь к своей крохе Замбии, и вот такие вот у нас сегодня были пироги замечательные. Я думаю, что Замбия не капризная, вообще неприхотливая. Лёлечка, мы еще с тобой спишемся и неоднократно по этой храстюшке, вот, и я наверняка знаю, что Людыманька, она тоже неприхотливая, пересадки практически не замечает, легкая и как в посадке, так и в адаптации. Вот. Ну а какие сюрпризы она тебе поднесет, это еще, как говорится, вопрос, потому что она по температурам там может то ли процвести, то ли детку дать, то есть тоже много сюрпризов может преподнести. Ну, собственно говоря, наверное, как и вот эта Минька. Замечательная. Собственно говоря, по этой растюшке мне уже сказать нечего. Я уже добавила свои, как говорится, закадровые дела. Вот. Керамзит вот такой вот я купила один и второй. Но тут я что-то не увидела, что написано крупный. Но он такой весь страшненький. Мне еще как раз цветы пересаживать. У меня впереди очень много пересадок. Я и комнатные цветы в порядок привожу. Сейчас как раз самое время. Хотя до Троицы надо было все уложиться уже со всеми делами, этими пересадками. Ну, как-то я вот немножечко затянула этот процесс и поздно кинулась. Ну, я думаю, что в течение месяца еще, в принципе, есть возможность для пересадки. Все успею, все покажу потом. У меня еще эпифилумы мне надо будет пересаживать. В общем, очень много пересадок мне предстоит впереди. Я уже запаслась корой, запаслась мхом. Сегодня у меня еще серамис приедет, потому что мой уже серамис на исходе. Уже остатки сладкие, как говорится. Надо подбавлять это чудо природы, как говорится. Мне он очень нравится в добавке в закрытой системе. В обычной системе единственный минус, если горшочки с дырочками, он вымывается из дырочек, высыпается. Но это не страшно, все равно какая-то часть все-таки остается. И добавочный еще минус в серамисе, то, что он воздушные кармашки забивает, поэтому слишком много его сыпать как бы не рекомендуется. Но это как по мне.
Как вам, не знаю, кто уже сталкивался с серамисом, прекрасно знают его плюсы и минусы. Ну, а плюсы в том, что он хорошо регулирует влажность, по нему можно определяться, когда он уже побелел, в принципе, можно уже и осуществлять полив. Вот. Так что, вот такие вот у нас замечательные новости на сегодняшний день. И у меня в коллекции еще появилась одна растюшка. Коллекция расширяется понемножечку, потихонечку, то есть помаленечку, как говорится. Все больше и больше у нас появляется новых растений. На этом я, наверное, завершу. И хочу еще раз пожелать вам счастья, радости, здоровья крепкого, удачи и, естественно, крепких, здоровых, пышных растений и самого красивого, пышного цветения. На этом все, дорогие мои. До новых встреч. Пока-пока.